снова. Всем привет, друзья, с вами Арнора. И Шиморо. И добро пожаловать на csgowild.com, дорогие друзья. Очень многие ребята пишут мне под разными открытиями кейсов, под рулетками. Поиграй на csgowild, посмотри на нее для нас вместе с нами, как говорится. Ну, для видоса. Ну вот сейчас для видоса, ребята, и посмотрим, что это за csgowild и что здесь есть. Насколько я понял, здесь есть орел и ререшка. Значит, битва между двумя игроками. Это такая прям, знаешь, игра из детства, да, орел или решка? Да, то есть я могу сейчас присоединиться к кому-то и биться за, соответственно, бриллиантики. Один бриллиантик на сайте приравнивается к $1, дорогие друзья. Также, кстати, вы можете получить халявные бриллианты благодаря моему промокоду. Шимору вводите и получаете $0.5 и можете играть. А, значит, и еще здесь есть нами всеми любимая рулетка красная, зеленая. Черная, но здесь она выглядит как террористы, контртеррористы и значок Wild, то есть логотип сайта. Также ставочки ставятся, соответственно. Вот давай, мне кажется, сейчас выпадет контртеррорист. Смотри. А какое здесь соотношение? Вот если я выигрываю, что? Зеленое. Да ладно. И здесь насколько увеличивается выигрыш? Ну так же, 2-2-14 или 2-2-15, подожди, сейчас посмотрим. По-моему, здесь 2-2-14, все так же, все одинаково, да. Так, давай, мы с тобой закидывали там депозит, чтобы добить нам до $600. У нас должен был быть депозит. Черт, блин, закидывал, ребята, просто решил принять. Вот же мой депозит, я же должен был. Все, уже отменили. Не да, успел. Отменили, не успел, ребята. Давайте сейчас мы сделаем это. Давайте депозитим. Я хочу до 600 баксов залить, чтобы поиграть, соответственно. А че он мне не все выгрузил? Маленький, мне трэш-предметы нужно залить. Мне трэш-предметы, пожалуйста. Мне не нужно... заливать самое топовое. Да, что-то он как-то так вот. Наш инвентарь, кстати, оценивается сейчас в $10,000. Так, давай-ка зальем. Давай-ка вот эти вот электрик страйки, которые мне абсолютно не нужны. Man of War у меня закаленные. Здесь вот это, 47 баксов. И это как раз хватает для того, чтобы, соответственно, мы с вами могли добить до 600, да? Ну что, ты чувствуешь вообще сегодня удачу? Я не знаю. Я в такой легкой растерянности. В смысле в легкой растерянности? То есть ты думаешь, что мы можем сейчас с тобой сливаться сидеть? Нет, я просто не знаю, что тут и как. Мне сейчас просто интересно посмотреть вообще, как это все работает. Я надеюсь, что тебе будет переть, понимаешь? Как бы мне тут неинтересно смотреть, мне главное побеждать. Ты понимаешь, что тебе интересно? Если ты будешь проигрывать, я буду винить тебя. Нет, если я буду проигрывать, я буду винить тебя, да? Ну да, как бы. Так, сейчас мне нужно подтвердить действие в Стиме. Сейчас, ребята, на мобилочке, потому что когда ты отсылаешь свои предметы, ты это делаешь через подтверждение. Так, делаем обмен. Окей. Давай, запихуячивайся. Телефон, опять ошибка. Да что ж такое-то, Steam вот прям пипец. Steam, давай! Ошибка, принимаю. Че, подтверждение прошло, не? Да, ребята, в этом есть всегда беда в Steam. Он постоянно начинает сам лагать, сам гнать, как ему угодно вообще. Ну, это же Steam. Мне кажется, все уже привыкли к тому, да, что при подтверждении может. Произошла ошибка. Я не знаю, зальем мы вообще, нет, ребята, скинчики. В этом всегда бывают проблемы у Стима, к сожалению, блин. Хотим поиграть, добить, блин. Давай добьем, смотрите, вообще. Скины пропали. О, да, Стим, спасибо тебе. Спасибо тебе, как всегда, как обычно, как вовремя ты начинаешь лагать. Принимаем отправление, дорогие друзья. Так. Ладно, сейчас, ребята, мы и разберемся, соответственно, и сразу же продолжим, потому что я нажимаю на телефоне «принять», у меня пустые слоты, и все, ждем. Так, ребята, процедура была проделана, соответственно, у нас 607 баланс, и теперь мы можем приступить. Ну что, сначала побьемся с кем-нибудь, один Давай, на один, попробуем да, удачу, да? Да. Как ты думаешь, какой пацан из этих самый серьезный? А, давайте вот с этим. Такую, да. Давайте вот с этим, ребята. Давай, выбирай, что, орел или решка? Решка! А кого? У тебя уже все вон. Ну? Ты сука! То есть ты не выбираешь? Ты ничего не выбираешь. Что выпадет, тебе сразу дает. Так, мне это не нравится. Дай я своей рукой один раз попробую. А что тут рукой? Ты ничего не делаешь. Я просто нажимаю, к кому я приконнекчусь. Кому ты приконнекчишься? Только не выбирай большие суммы. Сейчас прямо, потому что нам еще поиграть нужно. Давай вот прям маленькую, вот такую. Ну давай проверим просто. Удача у нас есть. Мы вон контры, видишь? Давай, мы опять черные. Да, мы опять контры, ребята. Че, везет только террором на сайте? Нет, забираем. 16, ребята, забрали. Хорошо, я понял. Слушай, а здесь же можно в коинфлипе-то реально рискнуть разочек, не? Начинается. А?
Начинается. Вот это, 20, давай. Мы просто 90 с тобой просадили. Всё, ты не успел. А, уже игра началась, да? Мы просто 90 с тобой просадили. Давай вот с этим. Не успел. Игра уже закончилась. Во-во-во-во-во, 140! 140, ты чё? Давай! Давай 140 мне! Давай, братик, надо отыграться! И... Да! Отыгрались, ребята, отыгрались, давай, отлично. Давай. А так вот. Так, теперь идем на рулеточку, посмотрим. А, мне нравится, блядь. Мне нравится. Пошло. Ты видела, мы в минус сделали, а потом бенч сразу. Ты в минус сделал. Ладно, давай теперь посмотрим, какая система здесь работает давай. На рулеточке. Потом еще поиграем с пацанами, я думаю. Угу. Может, что-нибудь выведем с тобой сегодня вкусное, если мы, конечно, хорошо поиграем с тобой. Ладно, так, давай смотреть. Давай посмотрим, давай как смотреть. Тут вообще 50 происходит баксов. Нет, все. Не, десяточку. Черная, наверное. Подожди, да? Подожди. Десяточку. Или зеленая. Так, давай на черное и на зеленое. Немножко на зеленое и побольше на черное. Давай на черное. И на зеленое единичку. Давайте. Да, давай так. Так, вроде бы я поставил, только я не вижу свои ставки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а почему мне не пишет ой-ой-ой. Мой баланс? А, где мое? Мне желтая. А вон моя ставочка. Пошла и... Блин, я так и подумала. Все в конце, не туда. Что желтая так, будет. Короче, тебе не везет сегодня, я понял. Нифига, я выиграла первый. Вперед тебя, варила да лирешка. Да ладно, варила лирешка. Не везет тебе здесь. Видишь, ты черное, зеленое и все не туда, дорогие нет, друзья. Нет, я в конце подумала, что, ну, что желтая будет. Так, давай. 11 баксов. Так, что там было у нас? Желтая была. Ну, желтая в смысле, это... Сейчас черная, наверное, да? Да. Да вот фиг его знает, как система давай работает. Попробуем. Давай поставим 11 баксов сюда поставим. Угу. И на зеленое 1 бакс поставим. И подождем еще. Мне кажется, кое... Блин, черная опять, смотри, опередила. Желтая. Сейчас опять желтая, наверное, будет. Да ладно! Ты короче, посмотри, как надо мы прям с тобой в самом конце ставить. А какая разница? Ты здесь на что рассчитываешь? Здесь нет никакой системы. Но все равно, вот я было в самом больше конце... ставок на желтое было больше ставок. Нет, и желтое выиграло. В самом конце на черном было да? больше, да. Ну ладно, значит, надо прям я не в самом заметил. Конце ставить. На зеленое сейчас поставь немножко. Короче, я рискую в жопу. Ты не будешь вообще что ли ставить на желтое или на черное? Подожди, пока не ставь. Да в жопу, пока я никуда не я 50 баксов сейчас буду не ставить. Не ставь. На черное, да. Да, 50 баксов на черное, ребята, ушло у нас. Надо отыгрывать, потому что что-то мне это не нравится, эта система, которая... Да! Сука, блядь! Да, хорошо, вернули. Я сказала, надо прям в последние секунды. Да, мне кажется, да, ты права, ты молодец. Но, в принципе, это логично, потому что в последние секунды у тебя есть время, как бы, додумать. Я не так, знаю, выйдет вообще здесь зеленое. Ну, немножко все равно. Не, давай десяточку мы поставим на зеленое. Здесь в 14 раз можно. Приготовь бабло, но пока не ставим. Да, мы пока не ставим. Мы сейчас будем смотреть, ребята. Мы сейчас будем смотреть черное, либо... Так, мне кажется, пока будет как рано, раз... Мне желтое. Да рано, я понимаю, я не ставлю. Сейчас будет желтое, стопудняк. Да, давайте. Да, желтое. Давайте желтое. Да, желтое. Желтое, либо зеленка может вообще выйти, да. По моим ощущениям вообще. Ну-ка. Ну я десятку, видишь, поставил туда. Но тем не менее, мы уже в плюсе. Теперь можно перейти в коин-флип. Ты хочешь варил лирешку? 200 баксов, нахуй! Ребята. 200! Это что-то невероятное. Да! Охереть, идем дальше. Ребята, такой выброс адреналина, да, и дальше. Так, теперь идем обратно, смотрим. На зеленое не надо много ставить. Да я сейчас ничего не буду ставить пока, я сейчас буду клирить. Сейчас мы смотрим, ребята, сейчас мы смотрим. Слушай, ну, мы поднимаемся, будет. Пока. Главное не это, слишком... Смотри, прям сейчас. О, ага, да ладно. Ага, черная смотри, явно. Соотношение, прикинь, обмашка. Так, подожди, я сейчас Петрушка. Беру десяточку, ребята, и сейчас мы будем отдалбливать. Так, куда ты хочешь? Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Мы отдалбливать будем вот сюда. Так. Десяточку на зеленое, значит, будем ставить с тобой. И... Ну, пока еще, в принципе, рано думать, куда ты будешь ставить. И десяточку я, наверное, поставлю... На. Нет, я поставлю тридцаточку. Я поставлю тридцаточку. Слушай, а сложно, смотри-ка. А сейчас зеленая может легко сложно, выйти. Давай-ка сложно. Заклирим. Давай, да. А вдруг зеленая реально выйдет? Посмотрите, такая очень-очень ровная, дорогая. Дорогие друзья, нет, борьба... Черная. Надо было на черное, да. Десяточку потеряли, к сожалению. Ну, ничего страшного. Ладно, давай покрупнее сейчас сыграем. Хочешь покрупнее? Я боюсь крупнее. А, ну, большие риски, знаешь. Ну да, зато 50 это... баксов. Ну, зато это оправдывает, как бы. Ну и тем более ребятам интереснее серии будут смотреться. Если мы рискуем с тобой, правильно? Мы да. же рискованные пацаны с девчонками. Так, мне кажется, будет желтая стопудняк вообще.
Хотя? Ты думаешь, вот. Хотя, смотри. Факт. Вот я тебе говорю. Так. Че, желтая? Да, желтая, давай. Смотри, мы сравняли полностью. А прикинь, сейчас зеленая выпадет. Эх, не успел, ребята, на зеленочку поставить. И прошу тебя, да! Хорош! Сука, блядь, 900... Хорошо. Звони 911. Так, идем в коинфлип, ребята. Мне это нравится, мне это... Да не один раз. Давай, давай, выбирай жертву, небольшие, выбирай жертву. Вот, на 32. Давай, выбирай жертву и... Ух ты, нам желтая дали. Сейчас. Да, сейчас ее, ну потому что ты выбрала. Где мои 32 доллара? Я тебе отдам. Да я попробую, говорит. Мне теперь отыгрываться надо, понимаешь? Давай, давай, отыгрывайся. Вот на 65 баксов. Да хер с ним! А, ты на большую. Давай! Сука, блядь! Давай! Да! Вот так надо! На маленький что-то я не видел. 1100 бачей, ёптана! Это 1100 бачей! Ребят, почти в два раза. В два раза уже плюсик идет. Еще 100 баксов, и мы в два раза сделали плюс. Так, 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 смотрим, 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 как мы работаем дальше. Давай, теперь твоя чуйка должна. Двадцаточку будем ставить. Слушай. Ну, походу, желтая. А вдруг зеленая? Смотри, какая разница. Желтая или зеленая, наверное. Ты что, одинаковое количество поставил? Я по двадцатке и туда, и туда. А, мне кажется, зелень пойдет. Ой, как мне кажется, зелень пойдет, хорошо, ребята. Бы. Как мне... Ой-ой-ой-ой. Хотя зелень недавно вроде бы была. Поехали, желтая. Ох, желтая. Ну, ладно, остались при своих. Не поверил мне. Ну, а подожди, могло быть реально зеленое. Представь, если было зеленое. Ну, могло быть, да. Как с тобой подняли-то баблицо. Баблицо, баблецкое. Ну, зеленое надо всегда ставить меньше, чем черное или желтое, чтобы быть реально в плюсе. Думаешь? Да. Если зеленое выпадет, ты так и так в плюс уйдешь. Не, ну это понятно, да. Но нам нужно сейчас подумать. Давай-ка плюс 10 поставим. Так. И мне кажется, поставь КТ-шка на зеленку. Чуть-чуть. На зеленку надо. Смотри, у нее вообще мало. Давай на зеленку. Ну, зеленка недавно была, понимаешь? Мы уже не успеваем просто. А когда зеленка была? Я 31 бакс поставил желтая на зеленое. А на зеленку на желтое сука! Поставил? 31 бакс поставил, блин. Не посмотрел, блин, идиот. Ладно, все, давай сейчас не путаться. Не хотел я на зеленку ставить сейчас. Я сейчас буду сейчас куда-то ставить. На зеленку ты 31 поставил? Да. Короче, ребята, делаем серьезную ставку. 60 долларов сейчас идет. Сейчас никаких зеленых. Сейчас будем на брать... На что ты будешь? Я вообще думаю про насчет желтого. Я тоже думаю, что желтое. Мне надо дождаться. Мне кажется, это желтое будет. Окончание времени. Мне кажется, это желтое будет, ребята. А прикинь, такая будет оплевуха. Но изи как бы может быть. Смотри, в итоге перегнало. Да, я знаю, я понимаю, потому что у нас ставка 60 была. Да! Сама желтенько. Уже плюс. Еще один коинфлип, ты выбирай жертву. Давай. Ты мне должна уже 30 баксов. Такая пониже. Пятнашечку. Ну давай, давай посмотрим, как твоя удача. Здесь ты должна. Так. Ты мне должна 50 баксов. Родная. Это уже, блядь, не просто так. Я в начале 16 выиграла. Ты мне должна 50 долларов. Жена. Как будешь отрабатывать? Я так и знала, что ты сейчас это спросишь. Как отработать? Короче, поехали. Потом договоримся. Поехали. Показываю, как батя. Давай. Давай. Отец, покажи. Давай. Вот так надо, ёпта, блядь. А так, на изи. Зашел просто, пацаны, 90 баксов отобрал. Следующую ставку сделаю большую. А, я понял. Стой, давай посмотрим, что мы можем вывести. Ты все, ты в два раза сделал. Да, в два раза в плюс. Давайте посмотрим, что мы можем вывести. Что здесь есть за гауницо? Так, а отсортировать мне, пожалуйста, можно? Пожалуйста, sort price от низкого к высокому, от высокого к низкому, да. Давайте посмотрим. Мой хороший! Эй! Не хочет он. Его уже купили, ты понимаешь? Мой хор только хотел Glock Fade забрать. Ну, ничего страшного, переживешь. И что за фигня? Почему? Еще раз хочу, да все, нету его. Давай вниз пролесни чуть-чуть. А ты не хочешь такой? Статрек. Что не хочешь? Ну, ножи, в принципе, у тебя уже куча, да? Вот этот доплер интересный довольно. Блин, ну я бы хотел Glock Fade, понимаешь? Ножей-то у меня куча, мне интересно что-то особенное. Вот этот статрек, вот с левой стороны за 88 баксов. Где? Ну, ниже. Но. Вот, в самом низу. Вот, еще на одну ниже. Да блин, слева!
Ну где вот. Пока? Вот это? Да ниже! Да. Так это ж говно, блин. Он красивый. Ну зачем тебе? Ну некрасивый он, говно, блин. Так, давайте, ребята, смотрим, чё бы выудить. Рыбку-то надо как-то насадить, ребята, дорогие друзья, на колышек. Ты ж, что? Рыбку на насадить на колышек? Статрек Фэшн Кнайт Кримсон Веп, ребята, красивый. Тебе для прям коллекции. Красные ножи нравятся. Ну, для коллекции, да, но почему-то глок... А тигрины у глок тебя вывести есть? Не могу. The system was already purchased, please... Что за херня? Почему они... А тигрины у тебя есть вот такой? Подожди, не работает у меня вывод. Все предметы куплены, понимаешь? Их ничего не забрали, что ли? Черт подери! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, видимо, баг. Видимо, баг. Да может подождать стоит? Ну давай да, подождем давай чуть-чуть. Пока. Короче, ребята, мы тут поразбирались, посидели, так и не смогли покликать глок, но я кликнул случайно на ножик, ну вообще проверить, на ножик за 67 баксов, и он упал нам в инвентарь, ребята. Придется принимать, обратно мы его отдать ни в коем случае не можем, насколько я понимаю, поэтому мы... Ой, нет, нет, заберите обратно. Предложение недействительно, смотри. Не успел принять, короче, если, да? А если не успел принять, да, то вещь... И смотри, баланс... Бабос вернулся. Бабос вернулся, да, все нормально. Все нормально, ножик был, ножика нет. Ладно, хорошо, ребята, давайте еще раз попробуем вывести, конечно же, глок. Если получится, то получится, так, если нет, так. Нет, он не выводится. Видишь, все топовые вещи, которые их наверху... быстро, короче, да, покупают, походу. Да, их очень быстро скупают. Ну вот, например, я хочу... поношенные. Немного поношенные. Butterfly Knife. И какого он? Field Tested после полевых. Вот этот Minimal Wear, давайте. Давай. Minimal Wear. Оба-на, а он... Нет. Его нет. Блин. А вот под черепом, который тебе не нравится? Под черепом? Да чё тебе все вот эти вот убийства? Надо что-то выводить, блин! Если в плюс идем, то надо... Out of stock. Ох-ох-ох-ох-ох. God knife. Вот. Так. Тоже выведен, видишь? То есть быстро, что-то короче. Очень быстро выводится, а сайт, видимо, быстро не обновляет, ребята. И в этом сейчас проблема, то есть по ценнику. Придется выводить какие-то количества... Ну ладно, сейчас выведем ножики какие-нибудь. Ну хотелось бы минимального износа ножики. Ну вот, например, вот этот в коллекцию. Не все, что, все, что наверху, короче, не выводится, все, ребята, видите? Все, прям выкупают. Может, их надо очень быстро. Пообновлять страничку? Опа! Опа-на! Поймал, сука, за яйца! Подожди, еще рано радуешься. Поймал за яйца я! Поймал за яйца я! And send into your trade. Давай обновим. А, то есть все говорит куплено и отправлено к вам, все. Говорит. Так. Поймал за яйца. Я такой. Слушай, там другой цвет был. Ах, какие! Обманщики! Слышишь, я хотел другой цвет. Блин, ну придется забирать его. Покажи его. Но мы его сейчас в контре, наверное, посмотрим с тобой. Но он бля. Какой-то такой необычный. Ну он, да, синева на конце, синева что в начале. Да, ребята, как вы видите, ну давай, ладно, его смотреть. Придется его забирать, блин. Ну Glock Fate, ну закупите, блин, нормальных скинов, чтобы... Ну вот, когда в плюс идешь, хочется, да, выводить всякого ну, да. говнеца. Ну видишь, походу много кто в плюс выходит, потому что многие выводят. Ну нет, многие выводят топовые пушки просто, как правило. Я бы тоже, наверное, выводил только топовые пушки, ну, вот блин, как я и хотел. Топовую пушку можно вывести тогда, когда ты... плюсе. Ну да, если, конечно, я вот 500 закинул, мы с тобой в два раза сделали 600. И получается, что мы можем выводить себе позволить. Не будет же человек, да. как бы, профуков бабки. Ну вот такой вот что-то. У нас новый нож, ребята. Вот такой вот новый нож, волны. И ну он... а синева же это круто, вроде считается, нет? 300 баксов, и он немного поношенный, как вы видите, а? Синева же это вроде круто, нет? Ну синева это если он сапфир был бы полный, а он не сапфир, понимаешь? И самое бесит то, что вот не хочется всем прям топовые забрать, а не успеваешь, если то все, ребята, вот они висят, да? И как бы и висят. Вот он, смотри, остался и на он сайте. Висит, да. Смотри, он остался на сайте, ребята. Ну, короче, просто обновляется не сразу. Вот, ага. Вот да. сейчас обновилось. Ну, обновилось, потому что сортировка другая стала. Короче, здесь надо тупо искать и рыться. Не, ну тем не менее, как бы мы с тобой нормально так плюсик забрали. Да. И, соответственно, довольно рады, ребята. Короче, сделали в два раза плюс, вывели крутой нож, и осталось все равно больше, чем было изначально. Да, 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 так и есть. Вот сейчас 40 баксов еще у этого выберу, пацана. Давай мне 40 бачей. Ну, давай, я нож за 380 вывел. После ножа осталось у тебя мана или нет? Ах ты, нет, сука! Я так все, и пора идти отсюда. Пора идти, дорогие друзья, после ножа мана. А знаешь, вот многие, типичная ошибка, да, думают, я сейчас отыграюсь, последний раз, еще раз. Я сейчас отыграюсь. Вот она начинается.
Я сейчас отыграюсь. Самое опасное. Я сейчас отыграюсь. Даже, тебе судьба даже не дает играть. Давай, видишь? Смотрите, мне не дает играть. Потому что не надо тебе играть. Я сейчас отыграюсь, смотри. Отыграюсь сейчас. Что за херня? Я отыграться хочу. Во, давай, давай, 16 бачей. Давай, 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 братан, братишка, братик, давай, да. Ну, ты ставочка мелкая. Ну, 40 потерял, 30 вернул, ладно. В любом случае, ребята... Вообще-то ты 16 вернул. Ну, да. Ладно, друзья, в любом случае, спасибо вам за ваши лайки. Если вы хотите еще там всяких монеток и прочего-прочего, не забывайте поставить лайк. Будем стараться выводить отсюда тоже что-нибудь. Свой код я вам сказал, это 0,5 центов. С них тоже, наверное, можно подняться. Ну, кстати, как бы. Да. Прикинь, вдруг фартанет и выиграет. Ну, 0,5, но это надо вести постоянно. Это надо. Ну, да. Но все равно, 0,5 халявных долларов у вас есть. Никому как бы. Не лишний. Да, спасибо вам огромное за просмотр, как всегда. С вами был Шиморо. И Арнора. Да, и мы увидимся на новом видео. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.